Друзья, добрый день! Сегодня у нас на обзоре трактор Беларусь 82.1, мост балочный с планетарно-цилиндрическими редукторами. В нашем сервисном центре выполнена комплексная лесная защита, защищены стекла, фары, днище трактора, сделан каркас из трубы, в передней части установлен лесной толкатель. Также подключена машина, дровокольная машина финской компании Джапа, модель 365. Машина может работать как от вала отбора мощности, так и от электричества 220 или 380. Работает с бревнами диаметром до 36 сантиметров. Установлен нож для колки на 4 части. Давайте подробнее расскажем о работах, которые выполнялись непосредственно с самим трактором. Попозже расскажем о характеристиках машины, запустим ее, покажем ее в работе. Приготовили небольшой брус, покажем, как эта машина работает. Сейчас Роман вам расскажет подробно о работах, которые производились с самим трактором. Итак, ребят, всем привет! Сегодня показываем вам вот такого лесного красавчика. Сейчас пройдемся поподробнее по тому, что тут сделано, как сделано. На заднем фоне мы еще видим замечательную тоже финскую вещь. Но сейчас обо всем по порядку, пройдемся поподробнее. Лесная защита. Лесной отвал. Ну, с отвалом тут все достаточно просто и понятно. Боковины крепим к лонжероном. Засовываем, вставляем отвал, пальцы. Все пальцы крепим. Гидроцилиндры. Вперед у нас такой вот разветвлитель идет. И пошло на секцию с распределителя. Далее под от... Здесь вот мы видим под тройничками сваренную у нас идет защита днища. Защита днища идет из 4-миллиметрового железа листового. То есть вперед выглядит вот так вот. Далее решетка, которая на болтах крепится достаточно просто. То есть если кому-то там надо будет почистить что-то или просто снять ее для доступа через переднюю часть капота, то это несложно сделать, но она защищает фары, решетку и сам капот. Далее идут вперед трубы, согнутые, 40-миллиметровые, к креплению отвала к боковинам. Они закреплены на болты. Далее у нас были развернуты диски. То есть увеличили колею, развернули диски. Теперь перемещаемся вот сюда. Вот мы видим защиту. Здесь она защищает мост передний. Боковые защиты тоже присутствуют. Но они не на них висит защита днища. То есть можно вот эти болты открутить спокойно и, допустим, ее снять, убрать оттуда что-то. Подмести или убрать там. Она закреплена вот здесь вот к корпусу КПП. Также есть сливная пробка для слива масла. То есть это предусмотрели. И защита заднего моста. Она идет такая в форме корыта. Вот такого. То есть здесь она также закреплена так, корпусу КПП. Сзади она закреплена в свободное отверстие. Так, далее у нас идет низ дверей. Стекла нижние убрали, также 4 миллиметра железа покрашенное. Здесь то же самое, 4 миллиметра железа. Освещение, ну,
развернули внутрь поворотник и габарит, чтобы было, ну, чтобы хоть как-то их сохранить, чтобы они не торчали. То есть, если вот так вот посмотреть, то, в принципе, их перекрывает труба. Далее у нас сверху есть фонари, но об этом мы чуть-чуть позже, чуть-чуть подробнее, более подробно расскажем. Короткий глушитель. Установлен сетка на дверях. Основная рама защиты крыши. Также сетка. Вот. Плюс заднее стекло сохранил, то есть защита фонарей. Такая же сетка стоит сверху, освещение. И сохранила свою функциональность. То есть у нас и крыша поднимается, открывается люк, если надо будет. Если лампочку или что-то поменять, тоже пожалуйста. То есть и если жарко, то можем открыть заднюю форточку. Тут у нас замечательный дровокол финского производства. Мы тут уже немножко дров себе запасли. Это у нас, значит, транспортер на выгрузку. Транспортер на выгрузку лебедкой. То есть он из двух частей состоит. Первая часть складывается вот в этом месте. Она складывается механически. Здесь уже нам руками. Здесь уже нам лебедка помогает сложить. И складывается она вверх. У данного транспортера есть возможность изменять угол. То есть можно его поднять. То есть здесь вот есть отметка 45 градусов. И есть вот такая вот такой фиксатор, который может позволяет нам изменить направление. Немножечко. Сейчас мы приподнимем. Так вот мы все приподняли. Теперь берем. Берем здесь, освобождаем и можем, сейчас, и можем чуть-чуть сдвинуть. То есть одному это не очень удобно делать. Вот у нас на болту двигается, то есть мы изменили направление. И в другую сторону точно так же. Оп, сейчас. Оп. Далее у нас идет крышка Джаппа 365 Basic. Это финский производитель. Далее у нас идет крышка. Поднимаем. Что мы тут видим? Здесь у нас отрезная пила, смазка. Здесь выставляем с помощью вот этого пальца и отверстий длину, которая нам нужна. Далее вот идет сам колющий нож. Его высоту мы можем изменять вот этим рычагом. То есть и у нас поднимается. Все зависит от диаметра полен, которые сюда будут поступать. Далее у нас идет прижим для бревна. То есть очень такая тугая пружина. Она прижимает бревно перед его отрезанием. И еще один транспортер, который подает к пиле материал. Машина может работать от электричества, может работать от вала отбора мощности. То есть если от электричества мы 380 подключаем, у нас здесь ее включение-выключение. Если от вала отбора мощности, то мы просто включаем ВОМ. Она у нас начинает работать. На небольших оборотах ей требуется около на ВОМе 400 оборотов всего. Здесь мы видим включение и выключение гидроцилиндра. Он вот находится, вот этот элемент. Он выезжает, вот так выезжает и давит дрова. То есть так, когда у нас включено на старт, закрыта крышка, только тогда будет работать система безопасности, предусмотрена.
мы рычагом, когда делаем от себя, у нас начинает подавать транспортер. То есть мы делаем от себя, начинает подавать вот этот транспортер, упирается вот здесь вот в ограничитель, который у нас с линейкой. И следующим движением мы обрезаем полено. То есть полено пила нам отрезала. И автоматически срабатывает гидроцилиндр и начинает давить бревно. И по транспортеру уже уходит дальше. Мы запустили, мы попробовали. Замечательная вещь. Также здесь для дополнительного оборудования есть выход вот для подачи ролик специальный. И здесь гидравлические выходы. То есть у машины своя гидравлика. Вот он, вот этот ролик. Вот он. И в комплекте было еще вот транспортер один. Вот, вот он этот ролик, его подключаем вот сюда. Вот это пульт у нас будет управление. И начинаем им работать с удовольствием. Так, сейчас пройдемся по оптике. Оптика сверху стоит, две балки. Замечательные, просто в ночное время они великолепно светят. Дополнительные вместо обычных круглых фонарей. И спереди у нас стоит одна балка большая и два фонаря. Но света тут достаточно. Очень хорошо светят. Ресивер сохранен для прицепного. Ресивер на месте. Пишите, ребят, свои комментарии. Делитесь своим впечатлением о данной модификации трактора, о дровоколе. Пишите, может, какие-то свои пожелания. Да, друзья, сегодня первый запуск машины. Минский дровокол Джапа. Подключили к трактору. Работает от привода ВОМ и от электрики. 208, 220, 380.